British Nandi Communication представляет. 14 августа 2003 года. Этот день начался так же, как и множество других. Жизнь моя тогда словно замерла на месте. Карина Капур. Время, которое мои близкие дали мне, чтобы пережить горе, закончилось. Рахул Боссе. Я почти пережил его. И сейчас пытался взять себя в руки. В фильме «Ночные откровения». Хорошая работа в банке, уважение, у меня было все. Я ненавидел вечеринки, но в тот раз мне пришлось пойти. В конце концов, это же была моя вечеринка. Ах, черт, Фероз Кханбата. Ужасный зануда. Хотя это ведь он устроил мне сделку на 15 миллионов в прошлом году. Так что улыбайся, Аман, и вперед. Ринки Кханна. Ракеш. И он тут. Яшпал Шарма, Макаран Дешпанде, Кабир Садананд. Асавару туче, кечилу ме. Трудно увольнять кого-то с работы, но приходится. Да и для Ракеша так будет лучше. Так что вперед, Аман. Действуй. Автор сценария Шив Субраманиан и Судхир Мишра. Композитор Сандеш Шандилья. Оператор Асим Баджадж. Какой это был вечер? Шел сильный ливень. Не знаю, почему-то стоит моей жизни немного наладиться. Начинается дождь, и все снова рушится. Продюсер Рангита Притиш Нанди. Я делал все, чтобы вернуться к жизни, но... видно, Бог был не на моей стороне. Режиссер Судхир Мишра. Я не знаю, что это.
Вернулась в 4 утра. Все тело ломит. Чтобы я еще пошла с этим уродом? Благодари Бога, что хоть кого-то подцепила. А у меня пусто. Чего ныть? Я вот вернулась в 6 утра. И что вы делали до 6 утра? Неужели его еще на что-то хватило? Этот придурок в 3 часа ночи мне заявляет: спой, Чамиля. Тоже мне, ценитель музыки. А на что еще он способен? Ни на что он больше не способен. А сегодня куда пойдешь? Куда? Куда пойду? У меня, как у пригородной электрички, всего 2 остановки. Фарас Роуд и Флора Фаункин. Чамили, к тебе клиент пришел. Он внизу. Скажи ему, что меня нет. Где Чамили? Ее нет. Она говорила, что в это время будет дома. В это время она ходит в храм. Там ее и найдешь. Слушай, скажи этой сучке, чтобы сидела дома. Я за ней зайду. А этот Наик богатый, да? Хорошо платит? Да, одними болячками. Такая скотина. Ведь я ведь тоже с ним ходила. А теперь, говорят, она в больнице. Он избил ее до полусмерти. Просто смотреть больно. Говорят, все кости ей переломал. Отдай мне кофточку, ты же на ней сидишь. Отдам, отдам, не кричи. Усман из-за тебя взял аванс. Что будешь делать? Я не его собственность. Не пойду. Да, слушай. Друг, я тут застрял из-за потопа. Не знаю, тут настоящее наводнение. Сетх? Черт тебя побери. Ну что за проклятие? Братишка, у меня машина сломалась. Если вы в ту сторону, не поищете ли какого-нибудь механика? Прошу вас, у меня проблема. У меня тоже проблема. Завтра утром надо внести в банк 50 миллионов. Ты мне не одолжишь? Черт. Возьмите. Салат.
Руку обожгла. Не хотите, не надо. Мне-то что? Из-за этого дождя ни одного клиента. Черт возьми. Мистер, сигарета есть? Я две взяла. Ну что, господин, пойдем? Чего вы желаете? Что? Тут рядом отель. 500 рупий за комнату, 1000 мне. И машине место найдется. Так что идем? Сегодня вы мой первый клиент. Не трогай меня. Не прикасайся. Ах ты. Тоже мне недотрога. А я деньги беру, чтобы дать тебя потрогать. Сэр, который час? Господин, который час? 11:30. 11:30 и до сих пор никого. И этот безнадежен. Может, все-таки сообразим? Что, пойдем? Послушай, у меня машина сломалась. Черт. Подлец. Уважаемый, иди отсюда. Что? Я говорю, иди отсюда. Из-за тебя я клиента упустила. Самому ничего не нужно, так и другим жить не даешь. Ты мне весь бизнес портишь. Слушай, у меня сломалась машина. Закончится дождь, я уйду. Больно мне нужно тут с тобой ошиваться. Еще чего. А может, все-таки нужно? Слушай, ты извини. Он правда из-за меня ушел. Я проститутка, но не попрошайка. Черт. Что, не нравится? А что тебе спеть? Что сказал врач?
Прекрати. Что? Я говорю, прекрати петь. Это почему? Почему? Это что, дорога твоего отца? Слушай, я и так долго тебя терпела. Тебе не нравится мое пение? Тогда знаешь что, ступай домой. И пусть твоя жена поет тебе колыбельное. Чего ты здесь ошиваешься? Одного не пойму. Как твоя жена терпит такого, как ты? Непонятно мне. А этот придурок откуда взялся? Уважаемый, иди отсюда. Ну что, господин, даже в такой дождь работаете. У нас с вами есть кое-что общее. И в дождь, и в зной приходится работать, не покладая ног. Хватит морочить мне голову. Где сутенер? Он человек занятой, наверное, у него дела. Но тебе-то кое-что оставил. Пересчитай. Это кто такой? Твой клиент? Да нет. У него машина сломалась. Здесь не все, господин. Что, прикарманить решил? Где сутенер, спрашиваю? Чего ты цепляешься к бедному Усману? Поговори с теми, кому он служит. Видно, придется тебя в участок отвезти. Там ты научишься разговаривать. А ты чего меня участком пугаешь? Не боишься, что тебя оттуда выкинут? Много болтаешь, тварь. Слишком много. Ну что? Ты чего здесь торчишь? Оставь его, господин. Что? Проблемы? Какие проблемы? Послушайте, она что, твоя девка? Послушайте, с женщинами не следует так разговаривать. Ты еще учить меня будешь? Шляешься по проституткам и еще учишь людей. Мы за вас кровь проливаем, чтобы вы спать могли спокойно. А ты меня еще поучаешь, ублюдок. Ну, чему еще учить будешь? Давай, говори. Или что, язык проглотил? Оставь его, господин. Ну чего ты к нему привязался? Да идем же. Идем. Черт тебя возьми! Помолчи, лучше его не зли. Что случилось? Поговорили. Спички. Тебя как зовут? Чамели. И ты всю ночь? Такая работа, господин. Давно работаешь? 26 июня 2000 года. Что это? День моего рождения.
День рождения проститутки Чамели. А ты... Для тебя это что, развлечение? Нет, какое уж тут развлечение. Но раз взялась за эту работу, то приходится улыбаться. Улыбаться даже, когда думаешь о прошлом. Я не заразная, господин. А вы даже рядом стоять не хотите. Раньше не имели дела с такими, как я? Наверное, в кино-то видели. Ну, там все красавицы, писанные, как Умрау Джан или Чандра Мукхи. А вас как зовут? Аман. Капур. Пенджабец? Да. Я так и подумала. Хорошо разбираешься в людях? Раньше не разбиралась. Теперь научилась. И что еще обо мне ты можешь сказать? Ничего, господин. Но скажу одно. На любителя шлюх вы не похожи. Ну и речь у тебя. Язык грязный, я знаю. Но что делать, когда кругом одна грязь? Что-то попадает и на язык. Вот так. А семья? Где они? Когда-то была семья. Мы жили в Гархвале. Мама, отец и я жили как все. Но с тех пор, как отец заболел, жизнь наша пошла под откос. Разве этим занимаются по своей воле, господин? Мать воспользовалась беспомощностью отца и привезла меня в город искать работу. Работу. Она сама же и продала меня сутенеру. Ну как? Что? Моя история. Поверили? Жалостливая. Расскажешь ее клиенту, он отдает рупий 500 сверху. Значит, ты мне наврала? Вы, наверное, думаете, что я за дрянь, да? Что делать? Моя мать говорила, честностью живот не набьешь. Приходится ей приврать совсем немного. Моя мать, она любила цветы, вот и дала мне имя Чамели, Жасмин. Там, где мы жили, всегда было много народу. У нас был большой дом, а в нем целый день музыка и песни. Весело было. А где ты жила? Здесь, в Бомбее, на Гранд Роуд. Моя мать занималась тем же, чем и я. Однажды ночью я спала вместе с моей сестренкой. Мы проснулись от криков матери. Какие-то мужчины тащили ее прочь. Она кричала и плакала, но они ее не отпускали. Потом затолкали в машину и увезли. Говорят, ее сожгли заживо. Труп нашли на берегу моря. Вот так и пришлось мне последовать по ее стопам.
Видите эту дату, господин? Это самый счастливый день моей жизни. День, когда я начала выплачивать долги моей матери. Эта история гораздо трагичнее, чем в наших фильмах. Да, господин. Но и она тоже неправда, господин. Так, для развлечения клиентов. За нее платят 1000 сверху. Ну что, рассказать еще одну? Хотите? Нет, не надо. Хорошо. Для вас же лучше. Сестрица! Привет, Джонни. Почему так поздно? Такой ливень был, сестрица. Кофе? Спроси господина. Кофе, сэр. Хотите? Да. Сигареты? Да. Мальборо? Бенсон Лайт. А ты случайно не школу прогуливаешь? Что ты, сестрица? Тогда скажи, что сегодня проходили? Индия — великая страна. Раньше была величайшей империей мира, но потом мы ослабели, пришли захватчики и завоевали нашу страну. Но мы собрались силами и всех их прогнали. Сейчас у нас есть своя бомба, и скоро мы опять завоюем весь этот мир. Спасибо, сестрица. Джонни, ты хоть голову вытри. Зачем? Пусти меня. Пусти. Сэр, вот ваш кофе. Спасибо. Красивая у вас машина, сэр. Тут есть какой-нибудь механик? Найдем, но это вам дорого обойдется. Да. Во сколько? Аванс 500 рупий, ну а потом... Ты опять? Опять табак жуешь? Готя сказал, что я могу делать, что хочу. Ты его ко мне пришли. Я ему все уши оборву. И тебя заодно. Берешь деньги на школу, а сам тратишь на табак. Да? Ну ладно. Господин, с вас 700 рупий. Почему 700? 200 за кофе, сигареты, 500. Аванс механику. Приведи его сюда, и я с ним сам рассчитаюсь. А он так не пойдется. Я его знаю. Полгорода затоплено водой. Скажи ему, я заплачу 1000. Но сначала пусть починит машину. Никаких авансов. Ладно, попробуй. Пока, сестричка. А деньги мне нужны, скоро экзамены в школе. Завтра дам. Ладно. Послушай, скажи своему учителю истории, что от одной бомбы страна не станет великой. От чего? Ладно, проехали. Не забудь позвать механика. Конечно, сэр. Да здравствует богиня Калима! Вот мошенник. Ты даешь ему деньги на учебу? Почему не отдаешь прямо в школу? Вы думаете, он их прикарманивает? Все тратит на себя? Да какая разница, господин? Ну, оставит себе рупий 100 или 200, по крайней мере, не работает сутенером, не продает наркотики и никого не убивает. А без денег? Что он... Есть-то будет. Он хоть зовет меня сестрой. Он единственный мужчина, которому ничего от меня не нужно. Остальные хотят только одного. Господин, вы такой наивный. Я таких не встречала. Да? Вы раньше никогда не общались с посторонними женщинами? А на работе? Нет. Совсем? Нет. А с такими, как я? Совсем никогда? Только домашние обеды? Когда-нибудь придется. Нет. А может, сейчас?
Нет. А сейчас? К тебе клиент. Да кем она себя воображает? Бросила меня здесь и сама отправилась на свой обычный промысел. Она про меня и думать забыла. Господин, это наше дело. А почему ты думаешь, что про тебя она забыла? Кто тебе сказал, что она пошла на промысел? Может, она в мечеть пошла? Ладно, брось, а то я ее не знаю. Я видел, как она садилась в такси. Горе мне, несчастному. Я взломал сейф отца, украл 50 тысяч, чтобы отдать ей. Ты знаешь, она... Вот ведь... Ну да, смейся. Вот порежу себе вены, тогда узнаете. А ты давай, смейся. Господин, объясните ему хоть вы. Я-то ничего не понимаю в этой любви. Еще плачет. Скажите ему, сэр, ну разве из-за этого режут вены? Я не знаю. Да что с вами такое? Раджи, иди ко мне. И сиди там, все будет в порядке. Но почему Хасина ушла? Ладно, увижу, скажу ей, что ты ждешь. И прекрати реветь. А что мне еще делать? Ладно, идем со мной. Боже, сколько тараканов. Полон дом. Аман, бей их, бей скорей, бей. Вот почему я ненавижу этот город. Одна грязь и тараканы. Я ненавижу его. Выброси их. Выброси в окно. Хватит, Нех. Хватит шутить. Такой дождь льет. Думаю, нам лучше поехать в больницу заранее. Что вы ищете тут в темноте, господин? Идемте со мной. Сядем рядом, зажжем светильник любви. Нет. Ну почему вы рассердились? Как говорит поэт, захотим, станем ближе. Захотим, отдалимся. Любую боль сердца можно вылечить. Зачем же закрывать дверь перед врачом? Что за боль поселилась в твоем сердце? Я больше не могу. Твое лицо. Оно мне о чем-то говорит. Оно просит указать ему дорогу в рай. Может, знающий эту дорогу как раз перед тобой. Не отказывай мне. Послушай, ты зря теряешь время. Прошу, уйди. В море на волнах качается столько лодок, а ты стоишь на берегу, глотая слезы. Да ладно тебе, идем. Хорошо. В первый раз тебе бесплатно. Ну, а понравится, заплатишь двойную цену. А потом и сам вернешься. Хасина, что ты делаешь? Это ты? Ты что, всех клиентов решила забрать? Хасина? Раджа грозится убить тебя. Он украл у отца 50 тысяч. Он ищет его. Он очень зол на тебя. Говорит, я свою жизнь за нее сгубил. А она все ходит на промысел. Он не знает, что делать, Хасина. Но ведь все, что я делаю, ради него. Чамели, мы с ним не сможем жить в этом городе. Вот я и подумала, что надо немного подзаработать и... Люди его отца могут увидеть тебя. Бегите с ним из города скорее. Иди. Я буду писать.
Хорошо. Он должен быть здесь. Давайте посмотрим. Нет? Смотри хорошенько. Усман сказал, что они здесь ошиваются. Никого нет. Я ему нос отрежу. А ты у этой спроси. Эй, ты, стой. Ну, где этот педик? Кто? Слушай, Усман сказал мне, что вы с ним друзья. Вот, пожалуй, ему узнаешь у меня. А ну говори, где Евнух? Я спрашиваю о Хасине. Спроси у него. Братец, вы не видели тут моего сына? В синей рубашке. Он украл 50 тысяч, подлец, и сбежал. А у него свадьба через неделю. Что ему тут делать в такой дождь? Я-то сюда пришел, и он пришел. Нет, у меня машина сломалась. Я ему все ноги переломаю. А ты не смей трогать моего сына. Лучше разберись с этим педиком, оторви ему все, что еще осталось. А ноги я ему сам переломаю. И руки тоже, подлец. Ищи теперь его. Смотрите как следует. А вы в полицию заявите. Я слишком хорошо знаю инспектора. Он проиграл мне на муниципальных выборах. Теперь только и думает, как бы меня уничтожить. Слушай, увидишь сына, скажи, пусть приходит на свою свадьбу. Больше я ни о чем его не прошу. Потом пусть делает, что хочет. К нам уже едут родственники невесты из Биканера. Я ему такую красавицу нашел. Такую в кино не увидишь. А этот придурок связался с Евнухом. Ну что такое? Господин, говорят, они в Парели. Так идите и найдите его, живо. Хоть весь город переверните. Никогда им его не найти. Это мы еще посмотрим. Что, господин, испугался? Нет. Нет? Разве Хасина вас не испугала? Если бы я не подоспела, от вас бы мокрое место осталось. Вот так мы и живем, господин. Каждый вечер находим нового цыпленка и готовим из него плов. Я лишь об одном молю Бога, чтобы у Хасины все было хорошо. Раджа ее очень любит. Вам это, наверное, кажется странным? Двое мужчин влюблены друг в друга. Да нет. У меня даже были такие знакомые. Главное — это любовь. А с кем и как, неважно. Да? Наверное. Надеюсь, ты не возражаешь? Я это место не купила. Делайте, что хотите.
Не смотрите туда, господин. Какие-то проблемы? Явился подлец. Пойдем. Не видишь? Я занята. Если богатый Маратх зовет бедную потаскушку из Уттар-Прадеша, она не смеет ему отказать. Он этого не потерпит, ясно? Идем. Позови кого-нибудь другого. Почему? Я заплатил за тебя Усману, поняла? Он мой сутенер. И я кормлю его. Нечего меня им пугать. Хватит морочить мне голову. Ноги в руки и пошла. А ты убирайся. Или по-другому объяснить. Ладно, сиди. И не рыпайся. Я видела, что он сделал с Видей. Усман, за пару рупий удавится, но у меня-то одно тело, другого не будет. Иди, скажи ему, что я не пойду. Иди. Давай, подлец. Подлец. Что случилось? А тебе-то что? Много вопросов задаешь. Извините. Ничего. Мне не дашь? Ключи. Как? От машины. А хочешь, отдай от дома. Чамелли. किधर जानू ना बहता
Я такая? Нет, ты хуже. Я вся мокрая, как Зинатаман. Господин, а ты ходишь в кино? Да. Со своей госпожой под ручку? Она, наверное, беспокоится. Ты не устала? Я? Да, я могу еще часа четыре плясать. Тебе повезло. Ты видел танцы Чамели бесплатно. Обычно я беру за это 5000. Такая уж у меня работа. Да, извини. Ничего, у меня такая же. У тебя? Ну да. Я беру деньги за обычные разговоры. И сколько? 10 000 за час. 10 000 за час? Да. И что же ты такое говоришь? Я консультант по инвестициям. Даю людям советы. Черт побери. Берешь деньги за болтовню. Образованный, наверное. Не ходи сюда. Почему? Я тоже не совсем бесстыдная. Ну и болван же ты, Усман. Договорился с Наиком, а мне ничего не сказал. А теперь я влип. Он меня побил, как собаку. Ремнем от Христа, что ли? Да нет, палкой. Он это хорошо умеет. Чамели от него не отвертеться. Ты чего стоишь? Кажется, клиент, господин. Девочку, не желаете? Хороший. Красивый. Нет, послушайте. Мы же Чамели пришли искать. Найдем. Погоди. Господин, хорошие девочки, свеженькие, бенгалки, малоялки, непалки. Нет, я же сказал, не надо. Не надо. Любые услуги, твердые цены, полное удовлетворение. Ничего мне не надо. Не волнуйтесь, господин, у нас свои врачи. Не нужно. Ты что, лучше ищи Чамели, а то конец тебе. Да ищу. Куда подевалась эта тварь, не пойму. Ни следа. А вы у него спросите, он ее клиент. Надо же. И еще молчит. Отвечай, где эта шлюха? Отвечай! Смотрите! Это ее. Она где-то здесь. Ищите. Чамели, ты где? Выходи, хуже будет.
Что случилось? Скорее. Скорее, бежим отсюда. Бежим. Да что? Она здесь. А ну, стой! Идем. Может, здесь? Идем, я их знаю. Скорей. Держи. Дедушка, за нами гонятся люди Усмана. Это все из-за тебя. Ничего, она где-то здесь. Найдем. Ты там смотри, а я здесь. Нет? Ничего? Не уйдет, стерва. Почему ты не схватил ее, когда увидел? Обязательно надо было ждать меня? Вот идиот. Сам и хватай. Мне и так из-за нее досталось по первое число. Хватит, хватит. Давайте лучше делом займемся. Идем. Куда идем? Сюда. Когда я в первый раз вышла на панель, это было здесь. Приехал один господин, посадил меня в машину. Большая была машина. Он включил кондиционер, потом музыку. Мне было 14. Садись сюда. Что вы делаете? Подушки в машине были кожаные. И от них так хорошо пахло. А от него пахло табаком. И на лобовом стекле было маленькое изображение Бога. Я хорошо знаю этот район. Откуда? Тут жила ваша любовница? И что потом? Потом? Я на ней женился. Куда подевалась эта сука? Ума не приложу. Но сколько можно искать? Ханашам, позвони ему. Я промок до костей. Больше не могу. И она как сквозь землю провалилась. Ханашам. Что случилось? Нога застряла. Помоги. Сейчас. Подожди. Скорее, там кто-то кусается. Наверное, крокодил. Идиот, это крысы. Если не найдем Чамели, нас сожрет другой крокодил. Такси. Поехали. Бензин кончился. Но ты же только что ехал, а теперь кончился. У нас проблемы, поехали скорее. Поэтому и кончился. Господин, этому ублюдку деньги нужны. Я беру 500 рупий. Ладно, я дам, поезжай. Еще 500. Еще 500. Ладно, поезжай, черт. А может, вы прямо здесь? Сделать это прямо здесь, ну какая вам разница?
Ну, прямо здесь, в отеле придется за комнату платить. Что? А тут дешево. Послушай, все условия. И вы еще недовольны. Послушай, считай, кучу денег сэкономили. Я вам целую машину уступаю. Давайте, занимайтесь чем хотите. Уважаемый, я говорю, садись и поехали. Странные люди. Ничего не делают, только время зря тратят. И я зря вымык. Ладно. Куда ехать-то? Меня отвези в свитбар, в банды, а этого господина домой. Нет, сначала отвезем тебя, а меня потом. Сделаем так. Зачем, господин? Езжайте домой. Там нехорошее место. Не для вас. Разве я поймаю другое такси в такую погоду? Ты посмотри, какой дождь. Вот и я так подумал и поехал подработать. Сначала никого не было, а потом поймал целых 6 клиентов. Вы у меня 7 за эту ночь. Но кто ходит в бар в такую погоду? А что, есть такие. Им и дождь нипочем. Как раз для таких ночные бары открыты. И такие кадры туда ходят. Не приведи Господь. Видели бы вы их. Если бы я не заняла тогда деньги у Османа, он бы не гонялся сейчас за мной. А сколько ты ему должна? Коробку. То есть 100 тысяч. 75 уже отдала. Осталось 25. Осману нужны были деньги. Вот он и одолжил у Найка. Как теперь от него отвертеться? А кто такой Найк? Не вздумай с ним связываться, господин. Это такой бандит. Ему что курицу зарезать, что человека. Ну, куда едем? Я же сказал, отвезем ее, потом меня. Но почему? Я так сказал. А мое слово твердое. Я пойду, господин. Можно с тобой? Этой девке конец, господин. Почему? Связалась с Найком и Усманом. Недолго ей быть в живых. Останови машину. Что, испугался, господин? Подай назад. Господин, счетчик включен. Подожди, пожалуйста. Ваше дело, я жду. Но счетчик-то работает. Почему я вернулся? По правде говоря, в этот вечер у меня была масса возможностей уйти. Да и место, в котором я оказался, хуже его было еще поискать. Но я вернулся. Позови Усмана. Скажи, что я в баре и жду его. Скажи ему поскорее, это срочно. Вы зачем пришли? Я же сказала ехать домой. А мне захотелось выпить. Пиво. Пожалуйста. Какое еще пиво? Я же сказала, это мои проблемы. Я сама их решу. Ну и решай. А я пока выпью пиво.
думал, ты дома сидишь. Бери. Бери. И ты бери. Ты же понимаешь, Усман, все из-за этого проклятого Сетха. Тебе придется это сделать, Чамиль. Он очень могущественный человек. Он мерзавец. Да брось. Не бойся, тебе он ничего не сделает. Обещаю, ничего. И ты с ним спелся. Чамиль, попридержи язык. Совсем разболталась. Кто это? Я друг. Слушай, Усман, верни ему деньги. Я не пойду. Нет, дело не только в деньгах. Он хочет тебя. Пойдем. Нужны деньги? Я заплачу. Что вы, господин? Зачем? Сколько? 25 тысяч. Нет, 30 тысяч. Послушайте, господин, он пытается вас обдурить. Усман, совесть у тебя есть? А ты помолчи, Чамели. Тихо. Остановись здесь. Я сейчас. Нет. Я с тобой хочу посмотреть. А ты держись за него. Он твой. Не твоего ума дело. Любовь моего ума дело. Я в этом спец. Сколько тебе дать, чтобы ты заткнулся? 500 рупий. Вот это да. Откуда они взялись? Из машины. Она что, их печатает? Нет. Только выдает. Обалдеть. Держи. Нет, стой. В чем дело? Вставь карту. А мне нужно еще. Я с тобой рассчитался. Послушай, у этой карточки есть лимит. То, что я снял, его почти исчерпало. А мне плевать на твои лимиты, мне нужны деньги. Я сказал деньги, ясно? Еще 20 тысяч. Суй свою карту. Там столько нет. Не морочь мне голову, суй карту. Я говорю нет. А я говорю да. Там нет денег. Есть? Нет. Если не сунешь карту, я засуну туда твою башку. Что ты наделал, господин? Я отдал ему деньги, а он достал нож. Я же говорила, держись от меня подальше. И что теперь делать? Ну что нам делать? Проклятие. Черт. Теперь он обольет меня кислотой. Он тебе ничего не сделает. Черт. Ладно. Хорошо, идем со мной. У меня есть один знакомый полицейский инспектор. Фирос, это Аман.
Извини, что так поздно, но мне нужна твоя помощь. Ты ведь знаком с одним полицейским, помощником комиссара Кей Пи Синхом. Ты не мог бы ему позвонить? Я тут застрял из-за дождя, и со мной девушка. А за ней гонятся бандиты, и одного из них я ранил. Она проститутка. Я потом тебе все объясню. Ты только позвони ему, прошу тебя. Хорошо? Я буду тебе очень благодарен. Давай, полезай в машину. Позвони ему прямо сейчас, ладно? Пока. Спасибо, Фероз. Что вы делаете? Куда вы ее везете? Полезай в машину. Но я... Заткнись и полезай. Поехал. Трогай. Стой здесь. Мы сейчас. Черт. Тут это бывает, господин. Что бывает? Эй, ты. Послушай, почему мы остановились? Кто ваш инспектор? Не трать на него время. Они нас отпустят. Мы им не нужны. У них другие проблемы. Поэтому я и присматриваю за Джонни. Стоит ему ступить на эту дорогу, и он умрет в канаве, как собака. Но это же безумие. В каком городе ты живешь, господин? В каком мире? Видимо, в другом. Да, в другом. Что ж, посмотрим. Посмотрим. Господин, ты очень хороший. На свете мало таких. Спасибо. Не за что. Ты что смеешься? Я тоже знаю английский. Как поживаете? Медовый месяц. Поехать в Лондон со мной. Мой английский не есть хороший. Если будем говорить по-английски, нас скорее отпустят. Давай, давай, живей. Пошел. Пошел. Иди сядь там, живо. Дай мне полотенце. Ну что за ночь? Этого схватили с проституткой. Простите, инспектор. Инспектор? Простите. Мне нужно позвонить. Поговорить с Кей Пи Синхом. С кем? С Кей Пи Синхом. А может, с его женой? Сядь и сиди спокойно, а то усажу. Понял? Сядь и помолчи, господин. Пока не придет господин Ацули, они с места не сдвинутся. Что, тетушка, опять муж напился? Ты же в полиции служишь. Сама бы ему навешала. Или попросила своих сослуживцев. Они-то всегда готовы помочь тебе. Зуб не выбил. Хочешь, я помажу? Открой рот.
Тетушка, скажи им, вот придет господин Ацуль. Да какого черта? Мы же не на базаре. Господин инспектор? Что тут происходит? Кто тут главный? Я хочу поговорить с инспектором, сейчас же. И не смей меня трогать! Кто это? Взяли его со шлюхой, сэр. Врежь ему как следует и в камеру. Черт! Проклятие! Он к такому не привык. А я чем могу помочь? Вот дам ему одеяло. Господин. Господин. Я не лгу, господин. Вы видели кого-нибудь, кто бы заступался за проститутку? Я нет. А он заступился. Что еще сказать? Он отдал деньги Усману. 30 тысяч. Спросите Усмана. Он, наверное, сейчас валяется там у банка, без чувств. И деньги при нем. Какой банк? На Флора Фаунтин. Там еще такая машинка, которая деньги выдает. Кумар, идем. Да, сэр. Сэр, дайте ему позвонить. Тетушка, скажите вы. Фероз, это я, Амон. Послушай, у меня неприятности, я в полицейском участке. Да, за решеткой. Они выпустили меня только на минуту позвонить. Ну вот я и звоню. Свяжись с Кей Писинком немедленно, пусть приедет и вытащит меня. Да, прямо сейчас. Я... Как называется ваш участок? Лэмингтон Роуд. Полицейский участок Лэмингтон Роуд. Скажи, чтобы он приехал сейчас же, потому что... Что? Фероз? Фероз, послушай, это все, о чем я прошу. Сделай это прямо сейчас. Вспомни, если бы я не помог тебе тогда, где бы ты был сейчас? Позвони ему, позвони сейчас и попроси приехать немедленно. Ладно? Спасибо. Спасибо, Фероз. Пока. Садитесь, сэр. Хотите чай? 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 Два чая. Эй, три часа. Принеси три чая. Да нет, я уже полчаса ему звоню. Ну и что, объясни ему. Скажи, что я помогаю лишь из-за тетушки, а не то, чтобы... В том-то и проблема, слишком уж ты с ним нянчишься. Здравствуйте, сэр.
Говорит, для колледжа? Это и есть мистер Кепи Синг. А потом ходит по барам и пропивает, лезет в драку. А я что, должен его выручать? Мистер Синг, я Аман Капур. Я друг Фироза Мехты. Садитесь. Слушаю. Сэр, это довольно странная история. Девушка, которая со мной, она проститутка. Дальше? Да. У меня сломалась машина на Флора Фаунтин. И тогда я хотел... Шел дождь, машина сломалась, делать было нечего. Подцепил девочку, ну, дальше. Нет, я случайно там оказался. Случайно? Простите, тут такая шутка пришла. Дальше? Ну вот, значит, машина сломалась. Я ждал механика, и там была эта девушка. Потом пришел ее сутенер и потащил ее к какому-то Найку. Она не хотела идти. Я стал разговаривать с этим человеком, и мы поругались. Там рядом есть бар, мы пошли туда, чтобы поговорить, и там... Там... Кумар? Кто этот Усман? Это мой человек. Он ищет для меня клиентов. Сутенер, сэр. И наш информатор. Ценный? Да не очень. Помните ту ссору с Раманом из-за непальских девочек? Из-за той партии в 150 штук? Нет, сэр. Это был Ганеш. А, тот, который запихнул девчонок в контейнер, и пять померли? Нет, это был Томас. Что за Усман? Не помню. А это не тот из Хайдерабада. Сэр, помните рейд в Каматипуре? Вы тогда избили его до полусмерти. Так он же чокнутый. Точно, сэр. И он наш информатор? Да, сэр. Только поэтому до сих пор и жив. А не то Раман давно бы порезал его на куски. Негодный человечишка. Мелочь. Вот что. Уничтожь его дело, сэр. Да. Поздравляю. Вы можете быть свободны. Спасибо, мистер Синг. Да не за что. Как это возможно, сэр? Нет, совершенно невозможно. Я знаю его мать. Его сестра моя подруга. Все, что я зарабатываю, это благодаря ему. Это нехорошо, сэр. Нехорошо. Я не понимаю тебя. Что нехорошо? Они уничтожат дело Усмана. Если они не будут его защищать, Раман тут же его прикончит. Черт. Скажи-ка, тот парень, из-за которого ты меня вызвал, Аман Капур, он твой близкий друг? Да нет, просто он мне очень дорого обходится. Сначала говорил «спаси меня от Усмана», теперь говорит «спаси Усмана». Ерунда какая-то. Да. Ясно. Ясно. Ладно, я все устрою. Не волнуйся, все будет в порядке. Взятку мне? Ну ладно. В следующий раз поедем в Кхандалу за твой счет. Пока. Что за жизнь? Не сплю по ночам из-за какого-то сутенера. Дорогая, ложись, я буду поздно. Ну да, опять срочное дело. Но я же в полиции служу, а не в банке. Ложись спать. Я приеду. А что там с Усманом?
Кто здесь? Куда вы меня тащите? Господин, я же помру. Я много крови потерял. Господин, врач велел лежать. Куда вы меня везете? К черту. Не знаю я, где эти деньги. Мне бы шкуру свою спасти. Наверное, сперли, пока я валялся. Откуда мне знать? Господин, пожалейте меня. Заткнись. Господин, поверьте, я ничего не помню. Память как отшибла. Как ударился головой, так ничего не помню. Покажи. Не трогайте меня, сэр. Больно. Не надо. Я столько крови потерял. Где деньги? Я не помню. Они здесь были, в кармане. А сейчас не знаю. Ничего не помню. Где остальные? В трусах. Достаньте, сэр. Тише, тише, я щекотки боюсь, сэр. Сэр. Можно спросить? Кто вам сказал, что я здесь? Чамели? Она в участке? Сэр, я дам вам сколько скажете. Я взял деньги у Найка, если она с ним не пойдет, я покойник, сэр. Поймите меня. Где деньги? Где деньги, тварь? Я же отдал вам, сэр, я отдал. Врешь, тварь. Где деньги? Отвечай. Ну что вы, сэр, я же... Сэр, Ацули, ты здесь? Сэр, я его допрашивал. Он арестован, и я конфисковал его деньги. Деньги забрал? Да. Верни ему. Усман. Сэр, возьмите. Спасибо. Что вы так смотрите? А что мне делать? Сэр, вы что? Что я сделал? Почему вы так со мной? Чамели! Сэр, я простой человек, зарабатываю как могу. Чамели, что он со мной делает? Чамели, ты что, все забыла? Забыла, когда тебе было 6 лет? Твой пьяный отец задушил твою мать и хотел задушить тебя. Если бы я тогда тебя не отнял, если бы не я, тебя бы и в живых уже сейчас не было. Сука, какая же ты сука! Скажи ему! Чамели, ты что, онемела? Скажи ему, скажи! Ты вечно тычешь мне в лицо своими благодеяниями. Спас, чтобы сделать с проституткой. А кем? Я что, богач какой-нибудь, чтобы послать тебя в колледж? Я сутенер, вот и сделал тебя проституткой. И жива ты только благодаря мне. А ты живешь за счет моего тела. Да, ты спас меня. И за это я столько лет кормлю тебя и твою семью. А ты хочешь за это меня убить? Ты же знаешь, что моя жизнь на волоске, так объясни им. А ты хочешь, чтобы умерла я? Это моя жизнь на волоске. Ты хочешь его оборвать? Твой Найк сумасшедший. Если так хочешь смерти, подыхай сам. Сэр. Объясните ей, сэр. Найк очень большой человек, я не могу пойти против него. Ну, я уже взял деньги. Он мне этого никогда не простит. И вернуть я ему ничего не могу. Ладно, хватит. Хватит. Как его зовут? Его зовут Найк, сэр. Он ненормальный. Такие, как я, для него что пыль. Я сказать не могу, как я его боюсь. Сэр, я... Звони. Позови Найка к телефону. Найк, Сап, та девушка, которую вы хотите, меня за нее чуть не убили. Да, Найк, Сап, я знаю, что обещал, но что поделать, не судьба. Найк, я знаю, что это моя работа, но в этот раз ничего не выйдет. Найк, Сап, они приставили мне пистолет к животу. Ну что я могу поделать? Я ведь маленький человек. Найк, послушайте, прошу вас. Поговорите с инспектором, сэр, скажите ему вы. Господин Найк, Кепи Синг, здравствуйте, вашими молитвами. Господин Найк, у меня к вам небольшая просьба. Тут у меня сидит одна девушка, Чамели, отпустите ее.
Просто не трогайте. Господин Найк, не забывайте одну вещь. Если вы выведете меня из себя, я припомню вам дело Курмы. Хорошо. Я понял. Я поговорю с Банси и Харшадом. Все будет в порядке, не беспокойтесь. Хорошо, можете считать, что я в нее влюблен. Договорились? Ну ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Я рад, что мы поняли друг друга. Значит, насчет Чамели мы договорились. Хорошо. Хорошо, спасибо. Пока. Во вторник. Ну вот, господин Капур, все в порядке. Если я сейчас не вернусь домой, жена со мной разведется. Минутку. Ну вот, это она. Вас подвезти? Нет? Ну тогда всего хорошего. Ацуле, скажи этому дураку, если он попадется еще раз. Сэр, из-за вас я... Это лучше, чем ничего. Такова уж жизнь, да? Есть Дождь кончился. Сэр, я забыла спросить ваш адрес. Я ведь должна вам деньги. Я сама не приду. Я все понимаю, семья. Не буду вас позорить. Я пришлю с Джонни, хорошо? Ты можешь идти, если хочешь. Господин, вы провели со мной столько времени. Разве я не могу? Я много болтаю, да? Хорошо, молчу. А все-таки вы провели ночь с проституткой, господин. Если ваша жена узнает, с кем вы были, она ужасно рассердится. Да? Рассердится ведь, господин? Очень. Это будет просто ураган. Улетит в Бхопал к своей мамочке. Попросит развода. Но я уговорю ее. Она успокоится.
Даже посмеется. Все. Все это было моей ошибкой. Из-за моего упрямства. Она что, умерла? Из-за меня. Из-за меня. Из-за меня. Я позвонил доктору. Доктор сказал, через 7 дней. Значит, через 7. Мы могли подождать. Но тут я заупрямился, и мы поехали. В такой ливень. Был страшный дождь. Моя жизнь продолжалась. Но теперь она была совсем другая. Когда я вернулся домой, я достал фотографию Нехи. Ту, которую я спрятал в день ее похорон. Тогда я думал, что эта боль будет вечно жить в моем сердце. Никогда не оставит меня. Да, сэр? Но на следующий день я позвонил отцу Нехи. Это Аман Капур. А вы? Я его зять. Не знаю, почему мы с ним не разговаривали после смерти Нехи. Здравствуйте, отец. Это Аман. Сынок, ты в порядке? Да, все в порядке. Послушай, ты сидишь? Опять сидишь, да? Нет, нет, я стою. Стою, отец. Горе не всегда соединяет людей. Иногда разделяет. Вот и нас оно тогда разделило. Будто мы не хотели пережить его вместе. Я подумал, не приехать ли к вам в Бхопал. Чамели сказала правду. Такова уж жизнь. Да. Жизнь такова. Думаю, доходы должны возрасти примерно на 25-30% в течение следующего года, в зависимости от величины вложенной суммы. Это все, что я хотел вам сказать. Спасибо. Я вам перезвоню. Да, до свидания. Я вышел из офиса и взял такси. Таксист спросил, куда, господин? Ну что, пойдешь со мной? Не сегодня. Почему это?
Ладно, идем. Идем. Главное — это любовь. Черт, руку обожгла. Сажена, сажена, о, сажена, мир, яр, сажена, сажена,
одинаково.